Рыба в руках – это очень хороший знак, свидетельствующий о том, что в вашей жизни начнутся перемены к лучшему. Однако во многом толкование такого сна зависит от конкретных деталей происходящего, а также, что еще важнее, от того, кому именно снится рыба в руках. Так, например, всем известно толкование подобного сна для женщин – увидеть рыбу в руках, к скорой и желанной беременности. Для молодой же девушки такой сон – предвестие какого-то удачного приобретения в сфере личной жизни, ее ожидает знакомство с новым интересным поклонником. Для мужчины увидеть рыбу в руках – знак двоякий. С одной стороны, сон может предвещать, как и женщине, нечто, связанное с прибавлением в семействе, удалось увидеть рыбу в руках, ждите наследника. С другой стороны, если вы видите, что кто-то помог поймать вам рыбу, которую теперь вы держите в руках, ждите изменений в сфере материальной, с помощью влиятельного помощника и союзника вам удастся занять высокое положение в обществе и получить источник большого дохода. Смотрите также в соннике. Ловить рыбу – большая рыба, поймать рыбу – рыба, в воде жареная рыба, живая рыба, мертвая рыба, соленая рыба, много рыбы, видеть рыбу, жарить рыбу, ловить рыбу руками – рыба, в аквариуме рыба сушеная, чистить рыбу, покупать рыбу, дохлая рыба, ловить рыбу на удочку – рыба, замороженная красная рыба – рыба, в руках рыба, копченая икра – рыбы, кушать рыбу, поймать большую рыбу, сырая рыба, тухлая рыба – рыба, без головы, свежая рыба, огромная рыба, кормить рыбу.